сердце. Бьется бит, потому что сезон танцев. Точно. Самый лучший хит.
Вот это да, тут много очень творческих людей, я чувствую, потому что у меня штырит. Я чувствую вот эту вот энергию, даже где-то не вышедшую. Я чувствую, что здесь окажутся на сцене люди. Кто-то из вас будет на сцене? Все ясно. Все ясно. Творческие, понимающие, отдающие и умеющие принимать. Блин, сохраните это. Ну, сохраните. Когда вы умеете радоваться за других артистов и хотите тоже нести музыку в себе. Сохраните, сохраните. А еще хочу спросить. Кому, может быть, было 10 лет назад 10 лет? Тогда вы меня поймете, потому что сейчас будет песня, на которой вы, возможно, выросли. И сейчас ты такая пришла, крошка, красотка, 20 лет тебе. Но ты помнишь, как ты пела эту песню, не знаю, с бантиками для мамы. Или еще что-то, или где-то, не знаю, в клубе каком-то. И тут бац, мама, мама. Я где рядом с ним, я забываю, где я забываю, кто я. За барабасами Василий Булан. Это молодца. А мои руки. Перкуссия. Мама, мама, мы просто взяли твои билеты.
я такая танцую, я только танцую, а вы поете так слаженно и мощно, я смотрю и удивляюсь. Мама, как ты рядом? Да, как важны эти встречи, это раз. А как важны нам еще, два, творческие какие-то проекты, где ты сражаешься, где ты попадаешь туда, куда не мечтал попасть, и твое сознание расширяется, и ты уже хочешь большего. Ты не способен мечтать мелко, и это мне нравится. Вы уже не вернетесь в те какие-то мелкие планы, правильно? Вы уже поняли, на что вы способны, чего вы хотите, вы смотрите на других артистов и о чем-то своем там такие стронг-планы прям строите. Вот мы поучаствовали в одном проекте в честь трибюта Мандельштама и сделали его стихи. Мы отважились и сделали эту песню. И я так ей горжусь. Помогите нам, пожалуйста. Oh, I'm a slave.
кричал «Лысый», тебя хотели позвать, но не знали, как тебя зовут. Леня зовут Леней, и он сюда... Леня, привет! Знаешь, как... Такой кружок сумасшедших собрался. Это Леня, Леня, привет! Леня придумал офигенную партию гитарную в эту песню и вставили вот такой малюсенький кусочек. А он пилил на минуту 4. Знаете, как обидно, музыканты? Да, поэтому... Значит, сейчас будет финт. Мы выпустили... Знаете, музыканты делают эксперименты, особенно когда проходит лет 9-10. Я сейчас вам расскажу. Ой, расскажу, что вас ждет. Значит... Вас ждет небольшое путешествие. Ну, то есть вы пишете песни, а потом такие бац, и думаете, вот вся страна поет ваши песни, нужно экспериментировать. И начинается вот это. Сейчас прозвучит впервые на этой сцене песня на английском языке. Про гонку, про погоню за успехом. И как это смешно со стороны иногда. Короче, фишка в том, что нужно получать удовольствие. Money race! А где моя стойка? Money, money race, at a breakneck pace. Once you get a taste of this craze, it's all you chase, like you've got no time to waste. All the way to the stash, like it's fresh, but it's nothing new. Money is worth the world. Спасибо огромное, что принимаете нашу странность. Это так круто.
Какой-то дрифт. Я сейчас плыву вместе с вами. А, кто-то такой, это вот Йова, который, это не шутки. Мистер. Попса! Это вот это, да? Ага, ну все понятно. Кризис у нее, наверное. Но нет, ребята. Это так звучит свобода. А? Так, мы вам привезли танец в ручной клади, очень легкий. Смотрите, я как настоящий гитарист сейчас брошу медиатор. One, two, three. Поймай же меня. Нет! Он не долетел. Подожди, так нечестно. Отдай. А, все. Крошка, она так обрадовалась. Я не могу отбирать у ребенка медиатор. А у нее такие красивые глаза. Она так обрадовалась. Нет, правда, заслуженно. Ой, слушайте. Танец для вас есть. Значит, все взяли правую руку. Качай ей. Да? Вот качай. Сейчас, лежь. Дорогу танцору. Come on! Раз, вбок. Левой, вбок. Правой закрепляем и по лицу проснись, говоришь себе. Давай, говоришь себе. Мочи, говоришь себе. Правильно сделаешь, да? Короче, мы из наблюдателей превращаемся в участников. Кто поднял костылю? Все нормально, да? Вообще молодец. Вот я просто беру, вот пример беру. Ты крутой, пришел танцевать со всеми. Значит, плохо танцевать. Да! Плохо танцевать, это тоже позиция. Поняли, да? Сейчас будут танцы, так себе, с правой руки. Плохо танцевать, плохо танцевать. Плохо танцевать. Это тоже позиция, надо помочь так приводить кислое лезвие. Плохо танцевать, плохо танцевать. Плохо танцевать. Это тоже позиция, надо помочь так приводить кислое лезвие. Ты-та-та-та-та-та. Пост-твером, да. Ты-та-та-та-та-та. Будь странным, будь диким. Плохо танцуют, поднимите руки. Это наши люди. Круто, пацаны. Ты говоришь, мои движения нелепы. Просто я открыта, прямо под софитами на танцпол, будто я. Не понимаешь, это как быть раздетым. Выпускай пламя, отменяй правила и танцуй без тебя. Сейчас будут танцы, так себе, но мне так нравится, ну. Плохо танцевать, плохо танцевать. Плохо танцевать. Это тоже позиция. Я на полю сахар в этих кислых резах. Плохо танцевать, плохо танцевать. Плохо танцевать. Это тоже позиция. Я на полю сахар в этих кислых резах. Добавлю сахар в эти кислые лица. Да плохо танцевать, тоже позиция. Добавлю сахар. Тоже позиция. Добавлю сахар в эти кислые лица.
Теперь посмотрите вверх. На меня. Вверх. На меня. Еще раз вверх. На меня. Смотрите, как круто, а? Мы встречаем закат. И это все видим мы одновременно. То есть мы видим, не только видим, но нас объединяют такие маленькие атомы, маленькие импульсы, которые превращаются в большую энергию. Она поднимается над нами, как пар. Ну, у кого-то пар, кто-то потеет тоже. Потерпите рядом, люди. Потому что вот эта энергия вот так вот поднимается, и она начинает принадлежать всем, не каждому. То есть ты уже не можешь понять, где твое, где этой девчонки классной. То есть, кому не хватает, возьми. Если у тебя много, добавь. Давайте так немножко поживем в этом обществе. И это так круто. А что еще нам нужно? Это не шутки. Мы встретились в маршрутке на клевом стадионе в Самаре. Я запоминаю. Почему не трусы, ребята? Почему не трусы? Я что, недостойна лифчика? Я не понимаю. Чувствую все! Кто у нас просто наблюдатель?
знаете, как звучит на французском языке. Мы ее недавно перевели. Смотри. Спасибо, Риви. Тебе бросили лифак! Господи, я тебя так завидую. Че, прям сняла? Ты твой? Парень сказал, что ты его. Сказал, что принес. У тебя есть еще? Так бросай, как будто... Смотри. Ну, побереги, подожди, у нас песня серьезная. Куда вы раздеваетесь? Давай, бросай. Так, что тут у нас? Не понимаю, что написано. Мне идет красный. Доказано учеными, что красный согревает. Физически согревает. Если ты наденешь носки красные, говорят, они согреют сильнее. А если в тебя бросили красные худи, он согреет твое сердце. Мы все время ищем знаки, ищем своих, ищем свое. И вот здесь находится красный лабиринт, самый непроходимый и самый странный человек в твоей жизни — это ты. Как себя сложно понять вообще иногда, да? Как бы мне все нравится, я туда иду, а потом в самом конце, когда нужно сделать выводы, и мне все не нравится, я оттуда ухожу. И все такие на тебя: что? Что-то летит в меня. Уже, по-моему, просто мусор. Слушай, а вы думали, что меня это не убьет, да? Ну да, меня это не убьет. Это сердце. Ну кайф. Ну кайф, ну кайф. И знаете что? Вот на этом этапе я хочу сказать вам. Если вам что-то не нравится, говорите сразу себе это. Говорите из первой позиции: я, мне не нравится вот это. Я чувствую, что у меня не получится. Или я чувствую, что я в этом буду лишняя. Чтобы сразу выписаться. Как бы оттуда, где на тебя так сильно надеются. Ты имеешь право чувствовать разные эмоции. Найдите свое и своих. Найдите свое и своих. И делайте вместе дела. И иногда это не за один раз. Иногда ты ищешь людей десятками лет. Ну, я, наверное, лет 8 искала. И я еще ищу. Серьезно. Я ищу вас. Мы ищем знаки. Нет от всего средств, травмы.
сердце. Не называй меня львицей. Что-то рвется между нами. Мы все опросли ярлыками. Зачем все время мы ищем знаки? Мы умные дураки, накапливая накип несказанных слов любви. Все время мы ищем знаки. Мы умные дураки, накапливая накип несказанных слов любви. Летели искры, но кто-то вычеркнул нас из списка. И ночью в мотеле пьяном я жду одна капитана. Нам некуда торопиться, нас развернули на самой границе. Что-то тлеет между нами, удержи. Могут увести, алые лапы, тишина пройти, выход не найти. Можно с собой на гастроли, пожалуйста? Всех. Лень, это дорого. Мы лучше будем приезжать и скучать друг по другу. Это самое крутое. Давайте что-нибудь знакомое. У. Составляем слово. Лы. По-моему, составилось слово сразу. Вась, ты понял, какая песня? Вася понял. Проверим. Очень нужно отпустить себя.
Вы сумасшедшие, это так круто, оставайтесь такими. Вот я знала. Ты понимаешь, что у меня связки? Ладно, ладно, спасибо. Это после. Обмен случился классный. Ай, оставайтесь такими. Оставайтесь. Если бы мы так на улице могли друг к другу с первого оборота просто сказать привет, пить хочешь? Привет, тебе помочь? Ты клёвый, давай дружить. Да много схем может быть, если только мы научимся быть открытыми. Открытыми. Я пить хочу. Сейчас, секунду. Я это, водяной дилер. Так, смотри, только не в лицо, ладно? Раз, два, три. Секунду, секунду. Секундочку, секундочку. Ребят, у меня тут чуть-чуть есть. Чуть-чуть есть. Лови. Серьезно, вы так пить хотите? Вы что, воды не взяли? Ну и куда шли-то? Тут вообще сушит. Тут жарко. Пошла с водой вообще. Я понимаю, что это тут вот, да, хорошо. А заодно и думаете, какая песня вот и следующая. Есть? Ага. Так, у нас еще две осталось. Нормально, есть еще, есть. Жили бы мы на краю, надо было теплый июль, от пятерки сломанный руль. С тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сажусь в последний вагон, я теряю все, ты сон. Помнишь, по камням босиком, ты в папе на трико, так это далеко. Жили-были мы на краю, с нами был теплый июль. Но сажусь в последний вагон. Не пытаешься ты менять, вкатывай.
Ростовы года, теперь могу другим сказать о том, как жили были мы на краю. С нами был теплый июль, друзья, где сломана роль. С тобой играли в жизнь, изображаем жизнь. Ну что, пацаны из Самары? Смотри, люди, смотри. А, это, блин, на Ютубе это будет. Смотрите. Давай, давай, соберемся, соберемся, соберемся. Соберемся. Садимся. Делай раз. Делай два. Делай вверх руки. Спасибо большое. С вами было Диско Племя Айова. Стоп, 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 стоп. Пока. Потом соберите, потому что это все мое.